Експерт-більд із аналізу ситуації на фронті Юліан Рюбке повідомляє про те, що Збройні сили вибили російські війська із села Тоненьке на захід від Авдіївки. Разом із тим, 79-та окрема десантно-штурмова бригада говорить про те, що українські десантники зірвали штурм окупантів у районі Новомихайлівки. Там росіяни намагалися одразу з кількох напрямків влаштувати штурм. Британська розвідка зараз вимальовує яку картину? Що головною метою ворога не нині є Часів Яр, який за 5 кілометрів від лінії фронту, але знову ж таки ця ж британська розвідка говорить про те, що мало ймовірно, що можуть якусь повномасштабну атаку вороги провести на місто. Як ви в цілому оцінюєте те, що зараз відбувається на Донецькому напрямку? Ну там как минимум, вот если считать чисто Донецкий фронт, как минимум сейчас три локации довольно-таки опасных для нас. Авдіївська еще ничего не закончилось, то есть пока не будет выстроена линия серьезной обороны, пока мы не остановим россиян уже, чтобы они начали закапываться. Дело в том, что они до сих пор не закапываются. То есть они продолжают наступать, пытаются, по крайней мере, наступать. Значит, нам надо провести на Авдіївському направлении либо контрнаступательные действия для того, чтобы вынудить россиян закопаться и уже провести линию фронта, либо достаточным количеством вооружений, но для этого должно быть оно достаточным, то есть туда должны быть направлены максимальные усилия по поставкам боеприпасов, естественно, с помощью артиллерии россиян можно заставить остановиться или, допустим, потерять очень много личного состава, это как минимум техники для того, чтобы, может быть, еще и вернуть обратно некоторые утраченные позиции по Авдіївському направлению. Часть войск российских из Авдіївки была переброшена на Мар'їнське направление, то как раз Новомихайловка – это общее Мар'їнське направление, россияне пытались двигаться на запад от Мар'їнки, после того, как они ее разрушили, двигаться на запад в сторону Курахова, уперлись в наши редуты, в наш укрепрайон в районе Георгиевки, начали растекаться на юг в сторону Новомихайловки и на север в сторону Красногоровки. И туда, то есть в сторону Новомихайловки, в сторону Красногоровки, сейчас у россиян одни из таких приоритетных направлений на этом участке. Они там также остановлены со стороны Красногоровки, очень грамотно действовала наша третья штурмовая бригада, отбросила россиян со стороны Новомихайловки, там пара бригад есть, также остановили и движение в районе Победы и южнее Новомихайловки. Они пытаются срезать это вклинение в районе Новомихайловки, чтобы выровнять фронт по уровень где-то Григорьевки. А вот третье направление очень опасное, это действительно, это направление на Часов Яр, Бахмутское направление так называемое. Они пытаются сейчас по высотам обойти Ивановское, там довольно-таки сложная ситуация, сам населенный пункт находится в низине, его очень сложно удерживать, если россияне его обойдут по высотам, потому что сейчас идут такие серьезные бои, но общее направление, конечно, на Часов Яр. Удержать Часов Яр можно, только, опять же, надо достаточное количество боеприпасов. Боеприпасов и авиационная поддержка – это очень важно, так как есть определенные из-за недостатка того количества, которое надо артиллерии, сейчас может авиация помочь, армейская авиация, вертолеты, которые могут выполнить задачу поддержки, огневой поддержки, по крайней мере, нашего гарнизона. Но напрямую зависит удержание Часов Яра, напрямую зависит от количества боеприпасов. Власне, стосовно Таврійського напрямку, буду зараз цитувати речника оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитра Лоховія. Він говорить про те, що зараз на Таврійському напрямку стає гарячою нова ділянка. Це Оріхівський напрямок. Там ворог намагається зрізати Роботинський виступ. Як ви оцінюєте ситуацію там і наскільки, знову ж таки, загострюватиметься найближчим часом і може загостритися ситуація на Оріхівському напрямку? Для россиян три опасные вклинения были в линии фронта. Три. Одно – это Авдіївське вклинение, второе – это Ореховское, третье – это Білогуровское в сторону Лисичанское, это Луганское направление, если можно сказать. Так вот, сейчас они на Запорожском направлении берутся за срезание, выравнивание фронта в районе Орехова. То есть и для этого им надо срезать выступ в районе Работино, ну и дальше попытаться выдавить наши войска
где-то на первоначальную линию наступательных действий в прошлом году, которые мы начали где-то в районе июня месяца. То есть для них это очень важно. Почему? Потому что если они оставят это вклинение в этом году, то как только подойдет авиация, мы сможем двигаться дальше. С помощью авиационной компоненты однозначно можно будет двигаться в сторону Токмака, в сторону Мелитополя, так как боевой радиус самолетов тех же F-16 в районе 500 километров, причем это такой основной боевой радиус, то есть однозначно они достанут до Азовского побережья, до Мелитополя, так это уж точно. Потому прекрасно понимаю эту проблему. А так как на этом участке фронта у россиян большая проблема с ПВО, так как удаление, большое удаление и от Крыма, и от основных кондовых систем ПВО, которые располагаются в районе Ростова, то есть Ростов-Мариуполь, им сложно будет удерживать наше авиационное присутствие в этом районе. Они прекрасно это понимают, потом будут пытаться восстановить ту так называемую линию Суровикина, которая была ими отрыта в прошлом, позапрошлом году. Ну а мы, естественно, будем делать все, чтобы дождаться авиации, удержать это вклинение, удержать там линию фронта. Опять же, все зависит напрямую от количества боеприпасов. Сейчас в этом районе можно только останавливать противника артиллерийским огнем и FPV-дронами. В основном, ну, FPV-дронов, в принципе, сейчас уже появилось в достаточном количестве, особенно на опасных направлениях. У нас очень хорошие операторы. Правильно, кстати, было принято решение по созданию рода войск, то есть и он уже видно, включились в работу именно эти структуры, которые дают возможность надеяться на то, что FPV-дронов будет достаточно, как минимум на таких опасных направлениях. Ждем, конечно, увеличения количества снарядов, оно уже пошло где-то в 2-2,5 раза, норма уже увеличена, но хотелось бы разу в 5 увеличить. Почему? Потому что надо иметь паритет с россиянами, которые используют, ну, пока достаточное количество для своих, количества своих стволов, достаточное количество боеприпасов. Потому россияне однозначно в ближайшее время, вот, потому что уже весна, уже чуть подсохло, они смогут двигаться техникой, то есть где-то в ближайшие недели туда подтянется техника, она рассредоточена сейчас где-то от Мелитополя до Токмака, в районе Токмака достаточное количество войск, в районе 30-40 тысяч россиян, то есть примерно такая группировка, как и на Авдеевке в свое время была расположена, вот примерно такая группировка и в районе Токмака есть с направлением в сторону Орехова. Единственная у них большая проблема здесь, это большое плечо поставки, до 500, а до полутысячи километров логистическая цепочка поставки хоть с Тамани, хоть с Ростова. Поэтому сложность именно в этом есть. Широкомасштабных наступательных действий у них точно не получится за счет этого большого плеча. Но локальные тактические преимущества они могут создать для своих войск. Поэтому будем удерживать это направление. Ну, по крайней мере, столько, сколько сможем, и исходя из тех сил, средств, которые будут на это направление выделены. Мене Гавровичу, говорячи про південний напрямок, от знову ж таки буду цитувати Лиховія, він говорить про те, що на запорізькому напрямку ворог намагається наступати квадроциклами. І буквально за минулу добу знищено ще два квадроцикли. Мова йде про 6 березня. А скажіть, будь ласка, що це за тактика? Ну, наступательні квадроциклами точно не можуть, це немножко неправильна інтерпретація. Вони використовують квадроцикл, в том числе и, вернее, в том числе и квадроциклы для выполнения наступательной задачи. Это просто использование подручных средств, не более того, то есть исходя из какой-то задачи. Квадроцикл позволяет быстро передвигаться на поле боя, если есть 100% гарантия о том, что нет минирования. Ну, то есть, когда знают, что там мин нет, то можно, в принципе, двигаться на квадроциклах, но они не дают большого преимущества как такового. Только скорость передвижения одного или там двух человек, в зависимости от количества мест, и не более того. Это не геймченджер для выполнения боевых задач, это один из механизмов, которые россияне используют. Они на велосипедах иногда выполняют боевые задачи, пытаются, по крайней мере, особенно когда убегают. Вот это у них велосипед основная средства передвижения, когда нет топлива и надо очень быстро куда-то бежать.